Раздевалки, душевые, трибуны на 60 мест и самое главное – поле. С искусственным покрытием по евростандартам. Видно, что делалось тут все на совесть. В общем-то, все условия здесь для того, чтобы проводить соревнования не только, я считаю, там, уровня Курской и Курской области. Я думаю, что здесь можно и международного уровня проводить соревнования. Игроки говорят, теперь все мысли только о футболе. Здесь большое пространство, хорошие ворота. Поле хорошо покрыто, падать мягко, не зал, где обтираешься ноги. Ворота маленькие, мне это тоже пойдет. Самое главное, чтобы небольшие. Да. Покрытие очень хорошее, мягкое, падать будет удобно. И все примерно. И свет. Светло, да? Для родителей внутри уютное кафе, но радуют мам и пап, конечно, не только чашечка кофе, а условия для тренировок их детей. Снимались на улице, занимались в залах, в обычных, в школьных, снимали в аренду наша команда. Да, тяжеловато, травмы получают, потому что деревянные полы. Здесь, конечно, условия для занятий детей в зимний период замечательные. Как бабушка, спокойно. Мое сердце тоже удовлетворено, потому что ребенок здесь чувствует себя комфортно. Не одетый у нас ни на 100 слоев, ни на сколько, чтобы ребенок не перегревался. Для спорта это очень важно. Поле обновили ребята 2009 года рождения. Будущие звезды футбола. Юлия Белякова, Денис Федорков, телеканал «7».